Уважаемые коллеги, на сегодняшнем заседании Совета директоров ПАО «Газпром» из 7 членов Совета директоров присутствует 5 человек. В соответствии с уставом общества и действующим законодательством кворум имеется. Предлагаю заседание Совета директоров общества считать открытым. Повестка дня у всех членов Совета директоров имеется. Начинаем нашу работу. Первым в повестке дня вопрос о утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Газпром» на 2016-2017 годы. Уважаемые коллеги, у вас на руках имеется план работы, мы сегодня утром его еще раз обсудили. У кого есть вопросы, предлагаемый план работы. Кто за то, чтобы утвердить предлагаемый план работы, прошу проголосовать. Против, воздержался, решение принято. Хочу отметить, что мы, конечно же, на любом заседании можем внести изменения, корректировать этот план одновременно. Я прошу оператора финансовича и журналистов соблюдать те вопросы, которые включены в план правительства. Если вдруг возникает необходимость переноса, то об этом сообщаем. Тут постоянно сокращался. Оптовая реализация по данным Росстата в 2013 году составила 74 727 000 декалитров. В 2014 году она составила 59 325 000 декалитров, снижение на 21% по соотношению к предыдущему году. В 2015 году произошло снижение еще на 7%, и оптовая реализация составила 55 119 000 декалитров. Слайд номер 2. На фоне сокращения выручного рынка Российской Федерации реализация водки «Тацперпрома», включая контракт на розницу, составила 8 696 000 декалитров в 2013 году,